Друзья, приветствуем всех на канале мистера Кеши. В этом видео вы узнаете, какую ягоду можно смело давать волнистым попугаям, какую ягоду следует давать с осторожностью, а также какую ягоду больше всех остальных любит наш волнистый попугайчик Кеша и что он выберет из предложенных ему 16 видов ягод. Начнем мы с вами, конечно же, с самых известных и любимых нами ягод. Это малина, красная смородина, черная смородина, вишня и, конечно же, земляника или клубника садовая. Все эти ягоды можно давать волнистым попугаям. Только из вишни на всякий случай необходимо убрать косточку, так как в ней содержатся ядовитые вещества, опасные для попугаев. Также необходимо следить, чтобы ваш попугайчик не подавился крупными косточками из некоторых сортов малины или смородины. Лучше их убрать. Землянику садовую можно кушать без всяких опасений, даже вместе с листиками и цветочками. Конечно же, для попугаев будет очень полезна и земляника лесная, и клубника луговая. Попугаи обожают эти сочные, сладкие, ароматные ягоды. Поэтому, если ваш попугайчик не особенный любитель фруктов, ягод или овощей, попробуйте начать его подкармливать именно с этих видов. Также попугаям можно и нужно давать такие ягоды, как облепиха, крыжовник, ежевика, жимолость. Облепиху можно давать с веточками и листиками. Наш попугай Кеша обожает облепиху. Он любит есть саму ягоду, мякоть, а также ждет, когда для него раскусят или разрежут и дадут ему маленькое облепиховое семечко, чтобы потом выедать из него белую сердцевину. Что касается крыжовника, обратите внимание, что в некоторых сортах крыжовника мякоть довольно вязкая в середине, как у винограда, и недозрелый крыжовник имеет слегка вяжущий вкус. Следите за попугайчиком, когда он ест крыжовник, не появилась ли у него такая своеобразная зевота, то есть он часто открывает клювик, как будто зевает. Это признак того, что ягода вяжет или забила зоб. Лучше давать крыжовник таким образом. Срежьте небольшое количество мякоти с краю, не доходя до середины и косточек, и ваш попугайчик будет есть шкурку, сочную, верхнюю мякоть, но не середину. Переходим к жимолости. Это очень полезная ягода, и жимолость можно давать птице без всяких опасений. Желательно сладкие сорта, так как от кислых или горьковатых на вкус попугайчик может отказаться. То же самое касается и ежевики. Очень популярная ягода у птиц – ирга. Ее даже так и прозвали – птичья ягода. Многие, наверное, наблюдали в сезон созревания ирги, как воробьи и дрозды, и сойки, и другие виды птиц стаями налетают на иргу и объедают ее полностью. Особенно им нравятся крупные сладкие сорта. Однако в больших количествах иргу попугаям давать не нужно. Дело в том, что эта ягода обладает успокаивающим действием и довольно сильно может снижать давление. Даже стакан ирги для человека, например, достаточно, чтобы заметно снизить давление. Наш Кеша обожает эту ягоду, особенно свежесорванную. И, как вы видите, поедает ее с большим удовольствием и космической скоростью. Калина. Эту ягоду можно давать только после ее замораживания. И общеизвестно, что птицы именно зимой питаются ягодами калины. Бруснику и клюкву можно также смело давать попугайчикам. Наш Кеша, правда, предпочитает только бруснику в свежем виде, потому что после заморозки и брусника, и клюква становятся довольно кислыми. Что касается таких ягод, как черника и голубика, это замечательные, сладкие и полезные ягоды. Попугаи с удовольствием будут их есть. Если вы впервые пробуете подкармливать ягодой попугая, можно вместо земляники или клубники предложить эти сладкие ягоды, тем более, что сейчас их можно купить в магазине. Но здесь все-таки решать вам, так как ягоды из магазина могут быть обработаны консервантами, поэтому будьте бдительны и внимательны. Черноплодная и красная рябина рекомендованы в качестве дополнительной ягодной добавки для попугайчиков. И здесь главное, чтобы специфический вкус этих ягод не отпугнул их. Также будьте внимательны с черноплодкой, так как у нее вяжущий вкус, что может причинить птице дискомфорт. Виноград. На мой взгляд, очень спорная ягода. Многие считают, что эту ягоду можно давать как крупным, так и мелким видам попугая. Но по нашему опыту, виноград нежелательно давать волнистым попугаям, потому что так же, как и в крыжовнике, в ряде сортов винограда внутри ягоды, вокруг косточек, находится желеобразная мякоть, вяжущая на вкус. В этом плане виноград можно даже сравнить с хурмой.
которую нельзя давать попугаям. И мы заметили, что когда бы наш Кеша не поел эту часть винограда, всегда начинается довольно приличная зевота, и видно, что у попугая серьезный дискомфорт, он начинает стрессовать. Но если поступить так же, как с крыжовником, то есть срезать только боковину ягоды с небольшим количеством мякоти, где больше шкурки и сока, то дать виноград можно, но и то не всегда, это зависит от сорта и степени зрелости винограда. Поэтому с виноградом надо быть аккуратнее, тем более, что в больших количествах эта ягода однозначно не рекомендована попугаям, так как она слишком калорийна, с большим содержанием сахаров. И, наконец, ягода фейхоа. Это очень полезная ягода, в ней много йода. Попугаям ее можно давать без ограничений, кроме, конечно, количества. Но есть важный момент. Если вы не слишком знакомы с этой ягодой, нужно понимать, что вы должны быть уверены в том, как выглядит и какая должна быть на вкус спелая, свежая и не испорченная фейхоа. Если вы не уверены, лучше попугайчику ее не давайте. Ну а сейчас, друзья, переходим к нашему эксперименту. Мы приготовили для Кеши 16 видов ягод. Достали их из морозилки, разморозили. И у нас есть облепиха, брусника, клюква, красная смородина, крыжовник, вишня, калина, земляника садовая, клубника луговая, жимолость, фейхоа, черноплодная рябина, ирга, малина, красная рябина и черная смородина. Итак, внимание! Мы пригласили мистера Кешу к столу, но сначала Кеша проявлял не особый интерес. Может быть, потому что он больше привык есть с рук? И вот, наконец-то, Кеше что-то приглянулось. И это земляника, клубника садовая. Ну, конечно же, Кеша распробовал землянику садовую и клубнику луговую, которая завалялась у нас еще с прошлого года, так как этим летом клубники мы не набрали. И поедал он эти ягоды с большим удовольствием. Друзья, подкармливайте ваших пернатых питомцев ягодой. Это замечательный дополнительный источник витаминов и микроэлементов, особенно в зимнее время. Напишите в комментариях, какую ягоду любят ваши питомцы. Помните, что ягоды – это только дополнительное питание, и слишком часто и в больших количествах все-таки давать их не рекомендуют. Будьте внимательны и следите за птицей, когда она ест какую-либо ягоду впервые. Давайте только качественную и спелую ягоду. Не давайте крупные и острые ягодные косточки и холодную ягоду из морозилки. Удачи и здоровья вам и вашим замечательным питомцам, пернатым и не только!